Пилоты самолета, на котором президент России прибыл с визитом в Китай, столкнулись со сложностями при посадке в Пекине. Видеозапись захода на посадку борта номер один привел телеграм-канал «Пул номер три». При приземлении в аэропорту Пекина самолет президента России покачало. Пишет телеграм-канал «Пул номер три». На кадрах, которые привел канал, видно, что перед тем, как самолет коснулся взлетной полосы, пилотам пришлось его выравнивать, так как борт чуть отклонился от траектории. 4 февраля в Пекине пройдет торжественное открытие зимних Олимпийских игр. В церемонии примет участие президент России, который сегодня прибыл с визитом в Китай. У главы государства также запланированы переговоры с председателем. Ранее в интервью медиакорпорации Китая президент России Владимир Путин рассказал, что его спортивные интересы не ограничиваются только хоккеем и горными лыжами. Глава государства отметил, что любит целый ряд зимних видов спорта, входящих в олимпийскую программу, однако из-за недостатка времени